Всем добрый день! И сегодня 30 октября, и я в теплице. И что же я тут буду делать? В принципе, ничего. Я пришла за урожаем. Честное слово. Остался у меня один единственный куст томата. Это фонтан черри. Так и называется, фонтан. Я его пасынки обрываю, он все цветет и цветет. И вот так он уже выглядит. Ну, помидорки, конечно, не все вызрели. Но уж сколько тут с него уже собрано, это даже не рассказать. Даже не посчитать. Конечно, макушка вся погибла. Но те веточки, которые внизу... Вот они. Да? Но 30 октября свои помидорки есть свежесорванные. Ну, согласитесь, это мощно. Вот такие вот. Конечно, все, кусту уже пора на заслуженный отдых. Вот. Ну, вот если не видеть заднюю картинку пожухшего всего, то и не скажешь, что это глубокая осень уже. Ну, для томата в нашем регионе. Согласитесь, вот эта картина, она очень-очень живописная. Ну вот, я ее благополучно выкопала. Конечно, эта грядка у меня бесполивная. И очень редко, когда я что-то поливала. Но я не о том. Я хочу показать, как он у меня рос. И почему он такой могучий. Ой, даже видите, веревочка впилась, как в стебелек. Ну вот он, основной корень, это материнский, скажем так. От него пошли две веточки. Вот она основная. Ну вот пасынок какой-то момент я не оборвала. Вот он основной. Но он умудрился мне дать боковой побег. Я его проморгала, он уже был достаточно взрослый. Мне стало жаль его. И я его вот так пришпилила. И он у меня рос уже вот с двумя, ну как бы с двумя стволами. Потом вот она опять пошла веточка, и вот тут я его опять укоренила. То есть вот видно махрушки такие, да? И вот она последняя веточка. Вот столько стволов он у меня рос. Поэтому такая вот кубла у меня получилась. Но видите, каждая веточка питала как бы все равно себя. Но основной, конечно, корень, он более такой вот могучий. Жирненький, но это, конечно, не весь, это то, что выдралось. Я думала, корни уходили куда дальше. Ну, это вот, конечно, мочалочки, скажем так. Вот она, даже скоба осталась, которую я придавливала, чтобы он не отходил. Ну, видите, даже до сих пор он отбивает пасынки. Вот он, пасынки. Ну, и вот, грубо говоря, покушать хватит. Какие-то побленее. И вот они, столько кистей. Жалко, конечно, но это... Я не люблю дозаренные, плохо они дозариваются. Вот, видите, даже как кисточка с цветами. И вот попробую, может быть, укоренить. Более-менее свежие. Но они уже такие очень-очень-очень жесткие, поэтому навряд ли получится, максимум вот этот. Ну, интересно. Сорт... это не сорт, это гибрид. И очень он такой... понравился. Что в открытом, что в закрытом грунте, он был супер урожайный и очень сладкий. Ну, на всем я прощаюсь. До свидания.